Я в Бердянске, на Бердянской косе. Хотите мое мнение, даже впечатление после того, как я несколько лет подряд отдыхал в Кирилловке, в центре Кирилловки. И сейчас по командировке случайно заехал в Бердянск на косу. Мы здесь занимаемся строительством. Ну и вот, думаю, поснимать здесь. И мои впечатления, что здесь сразу, что бросается в глаза, что здесь сделано все не для людей. Как-то неудобно здесь все как-то сделано, о людях даже не думали. Вот шел, сейчас пример простой, шел тротуар, уже тротуара здесь нету. Сейчас я иду, грубо говоря, по дороге, тротуар уже на следующей стороне. И вот мне, чтобы перейти на тротуар, как человеку нормальному, пойти по тротуару, надо идти по дороге. Правда, дорога новая, только недавно сделали. Но факт тот, что я иду по дороге и подхожу вот до пешеходного перехода. И смотрите, какой пешеходный переход интересный. Он идет не ко входу в эту гостиницу «Панорама», а вот он рядом. Вот надо, чтобы вход попасть, надо еще влево отойти немножко. И получается, что сразу это меня в глаза бросается. Такое неудобство. Плюс, посмотрите, здесь людей нету. Сейчас, ну, грубо говоря, 6 часов вечера, но людей тут нету. Второе, что бросается вот это в глаза, я не знаю, что тут люди делают. Это Бердянская коса, это не сам город Бердянск. Бердянский центр, я думаю, я там не был, но я думаю, что там хорошо. Там людей много, движения, как-то инфраструктура какая-то есть, все хорошо. Здесь что-то так, как-то удрученно себя чувствуешь, так как-то. На пляже тоже тут ничего нема хорошего. Камней много. Ну, пляж песчаный, но камней насыпанного, нарезов много здесь. Ну вот я иду, и я вспоминаю Кирилловку, по Кирилловку в центре, я имею в виду центр Кирилловки, не коса там Федотова есть, коса или пересып коса, там примерно то же самое, как и здесь, а вот в центр Кирилловки, это небо и земля. Если кто-то планирует ехать отдыхать, выбор между Бердянском, именно коса Бердянская, или выбор Кирилловку центр, едьте лучше в центр Кирилловку, вы там хоть нормально отдохнете, себя почувствуете как люди, все по-человечески, как-то все уютно. Вот один из пляжей, можно сейчас заснять этот пляжик. Вот так вот проход к пляжу мимо баз этих. Там забор, тут тоже бетонный забор. Ну и в общем прямо по курсу пляж. Сейчас второе видео сниму по пляжу.